Так, приветствую с моими друзья и гости канала. Да-да, вот с вами ваш толстяк, который худеет. Ну и давайте мы с вами посмотрим хорошую квартирку в жилом комплексе «Лазурный берег 2» с хорошим ремонтом и с нормальной адекватной ценой. Какая цена? 13,5 миллионов рублей. Кто-то скажет: «Макс, блин, дорого». Ребят, ну блин, если охота подешевле, то вперед на Тимирязева, вперед на Высокогорную. И вперед из песни что-нибудь в другой райончик, да, и так далее. Итак, сейчас мы с вами здесь все-таки включим везде свет, посмотрим, что же у нас такого интересного есть. Кухня-гостиная, в принципе, довольно-таки неплохая, ребят. В темных цветах сделано, но я считаю, что на любителя, ну, мне лично нравится. Знаете, бывает задвиг, что мне нравится только светлая тона. Ну, иногда должно сочетаться, да, диванчик белый, здесь немножко потемнее, и по итогу мы получаем хорошую такую полноценную кухню-гостиную, 55 квадратных метров. На данном этапе я живу в квартире, в которой 50 квадратных метров, и в принципе у меня зал все-таки поменьше, по залу гораздо меньше, вот эта входная группа тоже меньше, а здесь все-таки, видите, и умудрились и гардеробную сделать, что не может не радовать. Ну и, конечно же, есть возможность сходить полноценно в туалет. Ты себя здесь не чувствуешь каким-то стесненным, ты себя не чувствуешь здесь, не знаю, как-то там прижатым. В общем, комфортно, хорошо. Теперь, что касается данной квартиры. Квартира просто с потрясающими видовыми характеристиками. Сейчас вы все сможете это оценить. Мы находимся с вами на третьем этаже. Соответственно, с третьего этажа ничего не мешает. Балкон. Вид, дом сдан, со всеми документами. Ну, в общем, такой вот вид, очень такой достойный. Опять же, жилой комплекс, в котором находится все, что только может находиться, начиная от бара и заканчивая бассейнами и тому подобное. Есть территория, по которой можно погулять. В общем, есть все. Плюс в этой квартире еще у нас имеется и спальня. Спальня довольно-таки тоже неплохая, посмотрите. Да, интересно сделан шкаф. Ну, реально интересно сделан. Окна, конечно же, в спальне в пол идут. Сейчас тоже я вам постараюсь показать. Ну и, конечно же, интересные светильники. Блин, ну классно. Я считаю, что все хорошо сделано, все добротно, все сделано стильно. Да, посмотрите, даже кровать. И в кровати вот мне розетки, чтобы могли заряжать свой телефончик и так далее. У меня, например, мой телефон себя валяется на полу. Да, здесь телевизора у нас нет, потому что здесь телевизор вы должны сами себе докупить. А вот в этой комнате в основной телевизор есть, притом хороший, полноценный. У меня, кстати, сейчас то же самое находится с телевизором, да. Кто-то говорит, там будет брызгать на телевизор. Нет, ничего не брызгает, ребят, все нормально. У меня сейчас сделано так же. Ну, в общем, хорошая... Как-то откроем, да, холодильник встроенный. В общем, я думаю, здесь квартирка очень даже неплохая. Конечно, хочется ценник меньше, да, но знаете, вам какой ценник не говори, ребят, все равно вы говорите всегда, что дорого. Вот жилой комплекс, да, который я покупал, к примеру, Радужный, за 5 миллионов рублей квартиру брал 53 квадратных метра, на 2 квадратных метра меньше, чем это, да, с ремонтом. Брал ее за 5 миллионов рублей. Блин, дорого. Потом стала эта квартира стоить 6,5. Тоже будет дорого. И так далее. И само собой, Радужный дешевле. Но Радужный — это эконом. А здесь все-таки это бизнес. Это даже не комфорт, это бизнес. Опять же, здесь шикарный ремонт, техника, мебель, статус квартиры. Потому что в Радужном это доля в доме. Чтобы вы понимали, доля в доме. Поэтому здесь этот объект строился по федеральному закону 214. Соответственно, никаких там проблем нет. Здесь все четко, чисто, прозрачно. За это и нужно платить. Ну и, конечно же, безопасно. Безопасно, безопасно, еще раз безопасно. Поэтому, если не хочется, чтобы ваш жилой комплекс, который вы купите, где-нибудь сэкономите, не знаю, какую-то энную сумму денег, и потом его будут разбирать, как вчера я снимал сюжет, то я рекомендую брать безопасные объекты, которые строились по федеральному закону 214, которые вводились в эксплуатацию, которые имеют статус квартиры, у которых земля под дом тоже изначально была под одноквартирной, в общем, которые сдавались без судов и без следствия.
В общем, 3,5 миллиона рублей, и эта квартирка уютная для отдыха, самое то, будет ваша. Теперь, ребят, всем пока, и я пойду все-таки покажу вам еще одну квартиру, чтобы у вас было с чем сравнить. Пока!